Prodexpo 2022, второй день на ваших экранах. Мы продолжаем ознакомиться с интересными людьми. Давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Ксения. Я из Екатеринбурга. У нас сеть, которая называется «Жизьмарт». Мы необычные продуктовые магазины со своей доставкой, там, где бариста варит вам кофе, и вы можете купить очень много вкусной, классной, готовой еды и любимых продуктов. Замечательно. Расскажите, сколько у вас магазинов? Мы примерно по 2 магазина открываем в месяц. Темпы развития высокие. Мне нравится просто, когда я спрашиваю, сколько магазинов, вы закатываете глаза и понимаете, что много. Вот когда бы сказали 3, 4, 5, все понятно. Ну вот на февраль 2022 года 36, мы планируем открыть еще 80 в этом году. Ничего себе. Отлично. Я хочу сказать, что ваш магазин стал лауреатом премии «Лучший магазин года». Не просто так. За какие заслуги? Я думаю, что это все любовь покупателей в первую очередь, потому что они возвращаются, мы это видим. Мы очень много сил в это вкладываем, делая особую атмосферу в магазинах, в том числе за счет счастья наших сотрудников, за которым мы пристально следим. У нас даже есть чек-лист директора, что нужно делать, если у тебя несчастливы сотрудники. Министерство счастья, мы так немножко даже сейчас таки посмотреть. Моя мечта, чтобы такое появилось в России. Я думаю, что мы начнем с нашего «Жизьмарта». Главное, чтобы не как у Орелла. Там тоже было «Министерство счастья». Давайте сделаем другое. Вопрос такой. Для чего вам выставка? Что интересного вы уже смогли посмотреть? Всего второй день, понятно, что еще много времени, но вдруг уже какие-то интересные для себя нашли продукты? Из продуктов у нас приедут сюда специально наши классные коммерческие директора, которые посмотрят все абсолютно здесь, все попробуют. Надеюсь, они приедут с теми же фигурами, которыми уезжали. Вот. Но мы будем смотреть, конечно, поставщиков. Мы хотим, чтобы у нас было больше разных вкусных продуктов. И будем здесь готовы к сотрудничеству. А здесь, в том числе, во второй день я рассказывала в конференц-зале о том, насколько важно счастье сотрудников в сети. И, как это ни странно, но счастье сотрудников, оно очень сильно влияет на выручку магазина, ну и, как следствие, чистую прибыль. И мы делали расчеты, мы смотрели корреляцию различных факторов и пришли к выводу, что если вы хотите больше зарабатывать, то у вас должен быть в голове вопрос, насколько мои сотрудники счастливы, работая в моей компании. Да, такой маленький вопрос. Как померить счастье сотрудника? Достаточно его спросить, насколько ты счастлив, работая в компании. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Как проверить, не врет ли сотрудник? Но это уже корпоративная культура. И если мы говорим, то есть они могут врать, это действительно так. Но если мы говорим про 36 магазинов, то все 36 магазинов врать не могут. И становится видно, когда есть лидеры рейтинга, когда есть аутсайдеры, когда мы накладываем показатели выручки на это, то становится понятно, что есть к чему стремиться, и нужно сфокусироваться все-таки на этом. Прямая пропорция. Это здорово. И мы пожелаем, наверное, вам процветания, потому что в ваших магазинах, как мы поняли, работают счастливые и радостные люди, потому что это напрямую зависит от выручки. Вернее, наоборот, и выручка напрямую зависит от этого. Это значит, что вы заинтересованы в том, что у вас все улыбались, были счастливы, довольны. А это же просто великолепно. Спасибо вам большое. Пожелаем вам удачи на этом поприще. И надеюсь, наша выставка подарит вам много-много новых продуктов, которые привлечет огромное количество покупателей к вам. Да, спасибо большое. А также мы еще ждем партнеров по франшизе из всех городов России, потому что мы хотим вместе открыть большую сеть и радовать покупателей не только в Екатеринбурге, но и за его пределами. Ура!